Генеральный партнер программы – компания «Дэвэ Партс». Большой выбор контрактных автомобильных запчастей на японские автомобили без пробега по России. Здравствуйте! Вас приветствует передача «Автомир. Видеоверсия». Полезные советы, новые законы, правовые споры, редкие и дорогие автомобили – все это и немножко больше в обновленном сезоне «Автомир. Видеоверсия» 2019 года. В этом выпуске новая рубрика 2D «Девушки и дороги». Тачка номера, и в горах не пропадешь, и по асфальту с комфортом проедешь. Рубрика «Лайфхаки». Как же не задохнуться летом в своем автомобиле? Разберем это модное слово «Детейлинг-студия». Раньше встретить их на дороге была большая редкость. Но сейчас этим никого не удивишь. Впереди рубрика 2D «Девушки и дороги». Сегодня в нашей рубрике в гостях Анастасия Моисеенко на своем голубеньком Mercedes GLE. Попробует о себе, что же такое работа в детейлинг-центре, расскажет секретное место, где она любит проводить время на автомобиле, и поделится лайфхаками. Ну, смотри, мы оказались в твоем автомобиле, он у тебя леворукий. Скажи, на каком руле тебе удобнее ездить, на правом или на левом? В праворульной машине я ездила, мне, наверное, больше нравится все-таки на левом руле. И до этого машина была на левом руле, и сейчас. Часто ли бывает, что у тебя становятся сотрудники ДПС, и волнуешься ли ты, когда они это делают? Вообще, они тормозят очень редко. Наверное, на этой машине, может быть, один или два раза меня тормозили. Не волнуюсь абсолютно, мне кажется, они больше волнуются. Они мне бывают иногда забывают документы вернуть, либо взять какие-то, поэтому я не волнуюсь. Получала ли ты когда-нибудь штрафы, и знаешь, как оплатить их с 50% скидкой? Штрафы мне приходят часто, вот, так как я постоянно куда-то тороплюсь. И, конечно, я знаю, постоянно их оплачиваю с 50% скидкой. У меня есть программа госуслуги, по-моему, я там оплачиваю. Просто мне туда не приходят, и все, оповещалки. По-моему, если я не ошибаюсь, 20 дней. Расскажи, пожалуйста, какое-нибудь секретное место в городе, где тебе очень нравится проводить время на автомобиле. Это вот дорога, как с фуникулера вниз спускаешься, и там идет вверх такая дорога, я не знаю даже, какая там улица, и там вообще мало машин, всегда прикольный вид. У нас на передаче есть такая рубрика, как «Лайфхаки», где мы даем полезные советы для тех, кто нас смотрит. Знаешь, впереди лето, точнее, даже не то, что впереди, оно уже наступило, но с нашей погодой лето еще впереди. Вот, есть такая удобная вещь в автомобиле, это козырек, который спасает нас от солнца. Но немногие знают, что этот козырек спасает нас от солнца не только, когда солнце светит прямо в глаз, но и когда солнце светит прямо в бок. Козырек отстегивается, перемещается и спасает ваше лицо от обгорания. Да, вот примерно так, наверное. Это первый лайфхак, который хотел бы рассказать. Второй лайфхак – это что на каждой двери задней установлена специальная кнопочка, которую мы вам сейчас покажем, и она делает так, если эту защелку переключить, то изнутри дверь не открыть. Это называется антидети. Что-то такое, чтобы ваш ребенок, да, который не достиг совершеннолетнего возраста, не выпрыгнул с машины на ходу. А еще один полезный совет. Поставили машину, все окна закрыто, открываешь, духота, дышать невозможно. А это делается наискосок. То есть у твоей двери открывается окно, и вот, и ты открываешь дверь наискосок и стоишь вот такими странными движениями, проветриваешь автомобиль. Настя, как ты следишь за своим автомобилем? Ну, вожу его на мойку периодически, когда есть время. Работала на мойке, говорят, да, но ты не работала никогда в детейлинге. Давай попробуем сейчас с тобой в этот день поработать в детейлинг-центре. Здорово было бы, давай попробуем. У нас есть партнер детейлинг-центр «Гараж», они с радостью нам в этом помогут. Раз Настя согласилась попробовать себя в роли работника детейлинг-центра, мы загнали ее автомобиль в бокс, где производится мойка. И сейчас Настя сама приведет свою машину в порядок. Нил, как тот человек, который все знает про детейлинг, расскажет ей и укажет на основные проблемные зоны, так сказать, ее автомобиля. Ну и посмотрим, что же они смогут сделать с этим Мерседесом. Так как ты сегодня согласилась участвовать в нашем эксперименте, будешь сегодня в роли детейлера. А первое, что на твоем автомобиле я вижу самое грязное, это колесные диски, что бросается большего внимания. Я предлагаю тебе их сейчас почистить, и тебе объясню, как это делать. Первое, что где-нибудь перчатки, защита, чтобы у тебя химия не попадала на руки. А на дисках образовывается колодочная пыль, когда ты тормозишь, а тормозок летит колодочная пыль. Это такая металлическая стружка, которая впивается
лак, краску и... Скоро совсем сотрутся. Ее простой водой, простой химией ее не убрать. Для этого есть специальные составы. Сейчас я тебе продемонстрирую. Вот это первое. Бери бутылочку. Прежде чем наносить химию, мы проверяем температуру дисков, потому что на горячие диски наносить ее нельзя. Посмотрели? Диски, тормозные диски, сами диски. Ну, 28 градусов – это, ну, обычная температура. Первым вообще делом в детейлинге моют сначала, в принципе, как на любой мойке, должны мыться диски, колесные арки, резина. Почему делается так? Чтобы тут самый эпицентр грязи, и обычно на мойках моют сначала кузов, а потом диски. Но когда моют диски, из диска вся грязь летит опять на кузов. Так что, ну, давай приступать. Везде пшикай. Подаешь вовнутрь, да, тоже пшикай. Ничего себе, прикольно цвет меняет. Это индикатор, который в нем содержится. Это мы видим работу состава. Запшикивая везде, 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 по всему по периметру. По диску ничего, резине не будет. Да, теперь мы ждем. Сейчас состав поработает. Вот это то, что красная эмульсия идет, это индикатор. Это работает сам состав. Ну, то есть он нам показывает, как он работает. Убирается колодочная пыль. Сейчас мы это все дело собьем с помощью АВД. Убираем пыль, песок, который на дисках есть. По новой зальем этим составом и уже будем чистить щеткой. Для чего нам АВД с ним убирать это все дело, чтобы диски не царапались. Класс! Сейчас дают перхер, ты им пойдешь сбивать тот состав, который мы с тобой нанесли. Работает он легко, просто нажимаешь на курок, и все, он подает давление. Также тебе понадобится еще специальная насадка, я тебе ее переставлю, для того, чтобы ты могла хорошо промыть арки и также диски, ну, все места, куда эта насадка не подойдет. Теперь снизу вверх сбивай. Да, и внутри диска. А также ты можешь вот эту насадку развернуть сюда, вот сюда, и засовывай туда его поглубже, ничего страшного не будет. Пенные вечеринки. Да, теперь мы приступаем на второй раз, будем проходиться составом и уже чистить щеткой. С первого раза без, скажем так, механического воздействия, без щеток, диски все равно не очистились полностью, мы убрали основную грязь, пыль, песок. Сейчас ты второй раз покрываешь диск составом, изнутри тоже все везде пропшикиваешь и будешь чистить все это дело щеткой. Все, можно да, начинать? Да, начинай. Ты прям заливай нормально и на внутреннюю часть диска тоже пролей. А сейчас берешь щетку и начинаешь внутри диска проходить. Ну, я тебе сейчас помогу, возьму тоже щетку, буду тебе помогать. Сколько по времени уходит на полностью чистку машины вместе с салоном совсем? Ну, это называется детейлинг комплекс, трехфазная мойка с элементами там, чистки салона. Ну, в районе 4 часов машина будет мыться. Если просто трехфазная мойка, это мойка дисков, дверных проемов, все с щеточками, с кисточками. Ручная мойка обязательно, которая убирает статическую грязь, она займет в районе 2,5 часов, 2-2,5 часа. То есть, по факту, приехала машина, оставила, выехала по своим делам. Тебе позвонили, приехал машину забрать. Пока работает химия, очищаем диски, давай быстренько с тобой почистим резину. Требуется вот такая щетка. Держи. Обмен. И... Мастер на все руки. И вот такой вот очиститель резины. И у тебя получилось неплохо, но у нас не только же мойка. Пойдем, я тебе покажу еще полировку, как делать полировку. А пока, парни, помойте машину. Классно, погнали. А если вы думаете, что пользуются услугами детейлинга только те люди, которые готовят машину к продаже, или нужно сделать химчистку, или, допустим, это очень дорогие машины, их покрывают специальными пленками, которые бронируют автомобиль, то нет. Бывают экстренные случаи, когда, допустим, вы едете, пьете кофе в своем любимом автомобиле, и вдруг совершенно случайно резко тормозите или что-то случается на дороге, и ваш кофе проливается на сидушку, как это происходит прямо сейчас.
Если вы только пролили кофе, свежее пятно, что мы обычно делаем? Мы пользуемся в этот момент экстрактором. Экстрактор – это моющий пылесос, который подает воду и ее же всасывает. Проходим сначала экстрактором. Для того, чтобы добиться лучшего результата, мы воспользуемся биоразлагаемой химией. Наносить мы ее будем с помощью Тронадора. После того, как мы обработали сиденье повторно моющим пылесосом, сиденье остается немного влажным. Чтобы эту влагу из него вывести, мы можем использовать турбосушку. Сиденье сухое, можно и... Не хотелось бы запачкать вещи, поэтому я, пожалуй, посмотрю, как вы работаете. Мы решили провести один эксперимент. Взяли черный капот, поделили его на 4 части. Я буду полировать профессиональной пастой. Нил будет полировать обычной пастой, которую обычно полируют любители. Он также будет специалист детейлинг-центра Алексей, который будет профессионально выводить этот черный капот на новый уровень. И один кусок капота мы будем не трогать вообще. Посмотрим, что из этого получится. Время пошло. Прежде чем начать полировку, нам надо подготовить капот. Но с помощью лубрикантов, длинный кожаный тряпок. Тем самым мы уберем оставшиеся влаги, пыль, песок и нежелательные элементы. Так, Миш, вот тебе кусок глины. С помощью лубриканта будешь просто водить по кузову. Это я как в детстве пластилином лепил? Примерно то же самое, да. Поверхность у нас гладкая, она подготовлена уже под полировку. Сейчас одену на машинку мех. Им работаю аккуратно, ты получается вот такие. Ну, ты поставил плоскость и пробную плоскость держишь. Поменяли мы диск, берем пасту, делаю также 4 точки. Что мы сегодня сделали в гараж детейлинг? Мы купили черный капот для нашего эксперимента. Эту часть обрабатывал профессионал детейлинг-центра Алексей. Эту часть обрабатывал я, человек, который первый раз в жизни этим занимается. И третью часть мы обрабатывали любительской пастой. Четвертую часть мы не трогали для того, чтобы вы могли сравнить то, что получилось. Нил, получается, что у вас в гараж детейлинг 4 бокса. Это антигравийная пленка, клейка, это химчистка, мойка, и мы находимся в боксе полировки. Да, все верно. И у меня сразу первый вопрос, что это за полка с банками? Это полка с банками, это все полировальные пасты. А почему их так много, первый вопрос, и почему много цветных дисков? Я просто сколько раз не ездил к китайцам, там всего 2. А диски, они отличаются по своей мягкости. Плотности. То есть для каждого лака используется свой диск и своя паста. Угу. Какая-то паста по суше, какая-то паста пожирнее будет. То есть, допустим, Toyota, там лак, он, ну, с ним хорошо, удобно работать. На связке именно, ну, допустим, я бы использовал коховскую пасту. Если Nissan, ну, как практика показывает, да, я бы взял пасту Минзерна. Даже если машина новая, все равно можно довести ее до более лучшего, ну, эффекта добиться от краски, чтобы она больше блестела, было более насыщенный цвет. Мы взяли бы там пасту Rupees Bigfoot. Кроме пасты, вы же здесь еще что-то храните, и вот, допустим, на этой второй полке. А вторая полка, это представлена здесь керамика, то есть жидкое стекло. Это защитное покрытие. Если я нанес на машину, то все, я как будто бы в танк. Нет, конечно, не так.
от каких-то мелких там царапин, от каких-то мелких воздействий она, конечно, защитит. Но если брать, допустим, гвоздь, ты покрыл керамикой машину и думаешь, что H9, там, керамическое покрытие прочное, и сейчас возьму гвоздь, пойду по кузову, конечно, не, она от этого не защитит. Она защищает от каких-то там веточек, мелких там прикосновений, машина не царапается так сильно. Она дает крепкость лаку, тверже. И также керамическое покрытие, оно придает блеск, более насыщенный цвет становится и придает гидрофобные свойства. То есть не так липнет грязь, дождь, капельки скатываются. То есть, что перед как вот на мойке, да, и надо показывать, попшикали водой, да, и она бассама такая, да, стекла, да. Это вот это все. Да, это вот это отлично. Все. Отлично. Что вот это за полка? Ну, здесь представлена также керамика и жидкие стекла от другого бренда. Но у нас вот тут, допустим, здесь бренд Everglass, керамические покрытия, ну, хорошие, это все топовые линейки вообще. Да. Ну, которыми мы пользуемся, которые нас устраивают, как они наносятся, какой он делает, дает эффект. Да? Ну да, однозначно, это не колхоз. Мне на мойке за 300 рублей предложили воском машину натереть. Mm-hmm. Я натер все. Зачем мне покрывать керамикой? Ну, чтобы дольше кузов сохранялся. Ну, то есть, красивый. Даже, ну, покупая даже не новую машину, но если есть люди такие педанты, да, чтобы, mm-hmm. чтобы она всегда блестела, лучше всего воспользоваться, конечно же, керамикой. Керамика, да. Отлично. Скажи, вот еще я видел, что обклеивают машины спереди какими-то пленками, чтобы камушки, когда попадают. Это антигравийная пленка. Бронирование, да. Это дает защиту автомобилю. А то сколько есть, по времени делается такая? Да, ну, по-разному, смотря какой ты закажешь спектр услуг. Ну, два дня. Два дня. Да, где-то два дня. Зоны риска два дня. Ну, не так, что там я приехал, у меня на месяц машину забрали. Нет, конечно, нет. Какой у вас самый долгий по времени спектр услуг? Это смотря, что ты закажешь. Если ты, допустим, приехал, захотел себе помыть двигатель, сделать химчистку, полирнуть машину, закрыть это все дело антигравийной пленкой, поверх антигравийной пленки еще покрыть керамикой. Mm-hmm. Ну, вот это будет самый долгий комплекс, я думаю. Скажи, пожалуйста, сейчас тебя смотрит не 1000 человек, и, допустим, они все разом собрались и решили приехать к тебе в гараж детейлинг. Что ты им готов предложить? Какую скидку ты дашь по промокоду «Автомир видеоверсия»? 5% дадим. 5% специально для вас, 5% скидка от гараж детейлинг. Ну что, с вами была рубрика 2D «Девушки и дороги». У нас в гостях Настя Моисеенко. Сегодня она себе попробовала работу в детейлинг-центре. Скажи, как тебе? Было здорово, теперь у меня есть опыт. Обращайтесь, если что. Удачи на дорогах! Он бывает разный, но одного у него не отнять. Он очень дорогой. Впереди тачка номера. Сегодня в нашей передаче не просто джип. Автомобиль бизнес-класса испытывает суровые условия владивостокских дорог. Lexus LX570 на нашем тест-драйве. Поехали! На с двумя двигателями. Один двигатель дизельный, другой двигатель бензиновый. Вот. Дизельный объем 4,5 литра, а бензиновый 5,7. Поэтому Lexus 570 называется. В длину он больше 5 метров. 5,86, как заявляет производитель. Ширина 2 метра, а высота 1,80 метра. И все это при дорожном просвете в 22,5 сантиметра. Я еще раз напоминаю, у нас бензиновая версия. И от 0 до 100 он разгоняется за 7,7 секунд. Lexus LX выпускается на базе всем известного автомобиля Toyota Land Cruiser, который в Японии считается символом джипостроения. Но есть и одна очень интересная новость, и очень интересный факт. Lexus LX 570 в Японии не продается. Он продается в других странах, таких как Северная Америка, Россия, Австралия, Новая Зеландия, Франция, но почему-то не в Японии, не на своей родине. И сейчас мы с вами делаем небольшую экскурсию, находясь в городе Владивостоке, покажу вам красоты благодаря этому мощному, а самое главное, проходимому автомобилю. LX 570 обновленный, последней версии, которую только можно встретить на рынке, друзья. И что мы можем заметить с вами по
морде. По морде видно, что решетка радиатора приняла новые формы, а именно в виде песочных часов, как мы это с вами можем наблюдать. А оптика? Оптика сравнима теперь с такими автомобилями, как Lexus AS или GS. Фирменные фары буквой L, друзья, когда мы видим эту подсветку, что сразу понятно, на нас едет Lexus. Комплектация максимальная, поэтому спереди у нас есть камера. А также этот автомобиль оснащен аэродинамическим обвесом, что является немаловажным, очень крутым фактором для этого джипа, ведь он сразу смотрит совсем по-другому, более спортивно, более агрессивно. Вот, мы поменяли автомобиль, на том мы катались по бездорожью, на этом будем кататься по городу. И хотелось бы рассказать вам про салон. Ну, далеко уже не новость для всех, что чем больше телек в машине, тем тачка круче. Здесь вот такой телевизор, честно говоря, у меня вообще дома телевизора нет, но если бы и был, мне кажется, он был бы меньше, чем в этом Lexus. Сиденья с боковой поддержкой и сделаны для, чтобы не обидеть, для больших людей, объемных, знаете, для добрячков, так сказать. Вот. А им будет, в них будет удобно людям, которые весят далеко за 100 килограмм, ну как я. Что не понравилось, да, что вот это, вот здесь и вот здесь пластик. Сиденья кожаные, а боковые двери, вот допустим, не кожаные. Здесь салон перешит, на обычной комплектации не кожаные двери. То есть здесь кожа, здесь не кожа, кожзам. Хотели бы узнать, едет ли он от 0 до сотни за 7,7 секунд, но правила дорожного движения запрещают ездить в городе свыше 60 км в час, поэтому, видимо, в другой раз. Вообще, первый раз в автомобиле вижу, что есть автоматический подогрев или охлаждение сидений. Что это значит? Нажимаем кнопку авто. Зимой, скорее всего, он, конечно, вас согревает, но а летом заботится, чтобы вы не выходили с мокрой спиной. Налог на этот автомобиль, как говорят его хозяева, не особо большой. Около 50 тысяч рублей. 48-50. Lexus LX570 является одним из самых безопасных автомобилей в мире. У него при ДТП запрограммирована зона деформации рамы, то есть восстановить его уже будет невозможно. Но зато не пострадаете не только вы, но и также тот человек, с которым у вас произойдет ДТП. Можем с вами наблюдать полный мультируль. То есть тут можно управлять как и мультимедиа, так и навигацией. Тактильный круиз-контроль, который работает как в городе, так и за городом. А очень удобная вещь, вы его настраиваете, и он сам едет за автомобилем. Если нужно, притормаживает, если нужно, ускоряется. Как и на всех Lexus свежих, установлен джойстик, которым можно управлять мультимедиа. Очень удобно, как будто просто компьютерной мышкой вы это делаете. Установлена аудиосистема Mark Levinson, которая долбит так, что уши закладывает. Из нововведений, из того, что хозяин сделал здесь, он полностью перешил салон. Перешил салон и установил карбоновые детали. То есть вообще идут они под дерево, но хозяину данного Lexus этого стало мало. И он поменял свой интерьер и, кстати, смотрится довольно агрессивно, достойно. Под капотом у нас V8 с непосредственным впрыском, 367 лошадиных сил и классический автомат. Это непростой Lexus перед нами. Он оснащен тюнинг-пакетом от фирмы Han. Мы можем с вами видеть этот карбоновый капот, совсем другой, более агрессивный бампер. Также это обвесы, расширители арок, вот, также диски фирмы Han. Выделение дифференциала 60 на 40, плюс у него установлена пневмоподвеска, которая позволяет нам как поднимать автомобиль, так и опускать. Вообще Lexus 570 сделан для того, чтобы вас возили. Давайте же представим, что я вижу с водителем, вот, сел на свое законное место и хочу расслабиться. Что первым делом? Первым делом я упираюсь коленками. Вот. Не скажу, что это плохо, возможно, водитель будет поменьше, можно сесть, допустим, за пассажиром, но все дело в том, что как-то чуть-чуть маловато места. Сиденье двигается зад-вперед, а также у нас есть управление климатом, управление подогревом сидения, охлаждением. Все это у нас под рукой, как говорится. Дорогой, комфортный и, самое главное, безопасный автомобиль для российских дорог.
С вами был первый, но далеко не последний выпуск «Автомир. Видеоверсия» в 2019 году. Следите за нами в социальных сетях, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Еще увидимся. Генеральный партнер программы – компания «Дэвэ Партс». Большой выбор контрактных автомобильных запчастей на японские автомобили без пробега по России. Без машины все не то. Нужны запчасти на авто? «Дэвэ Партс». Контрактные запчасти на любые японские и европейские автомобили. Экономия времени, гарантия качества, реальная цена. «Дэвэ Партс». Любые запчасти для вас. Снеговая, 30А. Сайт dv-parts.ru. Телефон 296 80 25.